Отечественная школа стрельбы по воздушному флоту. Именно так изначально называлось учебное заведение, созданное 8 декабря 1919 года в Нижнем Новгороде. За свою уже почти столетнюю историю военное училище неоднократно меняло название и место расположения. В 1921-22 годах школа стрельбы по воздушному флоту базировалась в Одинцово. Именно поэтому у стен военкомата и решили разместить памятный мемориал. Участие в церемонии его открытия принимали не только люди. Рядом внушительно и молчаливо стоял зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1», равных которому в мире сегодня нет. Именно такие «Панцири» прикрывают российские базы в Сирии от воздушных атак. Открытие мемориала было совмещено с церемонией вступления двух юноармейских отрядов в Центр военно-патриотического воспитания ВКС России. Мы всегда, думая, ветераны, думая о нашем будущем, конечно, смотрим на вас, на подрастающее поколение, на тех, кто стоит в строю уже, и кто заменит стоящих в строю. Юноармейским отрядам были присвоены имена выпускников школы стрельбы по воздушному флоту, героя Советского Союза Ивана Горбенко и героя России генерал-лейтенанта Игоря Шифрина. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».